Никто не проводил научных исследований. И все же существует расхожее мнение по боевым характеристикам разных армий в столкновениях 20 века. Якобы для одних наций критическими являются потери в 10% личного состава. И тогда чаще всего принимается решение отступать или сдаваться. Для других эта цифра повышается до 25%. У самых сильных мировых армий она свыше 40%. Советские бойцы не прекращали сопротивление, теряя до 70% личного состава. Случаев, как в вышеприведенном письме, когда все подразделение сознательно идет на гибель, наша военная история тоже хранит предостаточно. Не очень понятно даже, каким образом иные наши современники начинают скептически переоценивать события той войны, ставя под сомнение и героизм, и профессионализм наших бойцов, и сам факт победы. К примеру, любят у нас сравнивать достижения советского надводного флота с британским, американским и японским, а подводного с немецким, отчего-то последовательно забывая разницу в их численности. Советский флот был невелик, и исключительно в силу этого слабее флотов прочих великих держав. Получилось так по вполне объективным причинам. Флот Российской империи был уничтожен в ходе русско-японской, Первой мировой и гражданской войн. Надрываясь в 30-е годы, страна смогла пополнить его остатки в основном подлодками и небольшим количеством эсминцев и легких крейсеров. Взорван макет эсминца. Но будь это настоящий вражеский корабль, он точно так же взлетел бы на воздух. Десятилетний план строительства кораблей ВМФ с 1938 по 1947 был поневоле начат слишком поздно и прерван войной. В итоге в 1941-45 годах мы не имели ни одного линкора, построенного после Первой мировой войны, ни одного авианосца и ни одного тяжелого крейсера. Три наших допотопных линкора типа «Гангут» 1914 года постройки с очень слабой бронезащитой, изношенными машинами и чрезвычайно низкой мореходностью фактически могли действовать только как плавучие батареи. Для сравнения, флот США имел перед войной и получил в ходе боевых действий 26 линейных кораблей, 152 авианосца и 34 тяжелых крейсера. Флот Великобритании – 20 линейных кораблей, 20 авианосцев и 18 тяжелых крейсеров. По легким крейсерам, эсминцам, тральщикам, противолодочным и десантным кораблям соотношение было тоже сильно не в нашу пользу. Флоты Великобритании, США и Японии имели свободный выход в открытый океан и могли с легкостью маневрировать между театрами военных действий. Советский флот был рассредоточен по четырем морским театрам – Балтика, Черное море, Север и Дальний Восток. Перед войной построили несколько каналов, соединивших моря по внутренним водным путям. Но возможности перебрасывать между ними корабли были крайне ограниченными, особенно в военное время. Плюс подлодки вокруг Азии, Африки и Европы. Театры военных действий были крайне сложными, особенно Балтика, где после потери Лиепаи, Риги и Таллина Балтфлот оказался заблокирован в Финском заливе минными заграждениями. Но даже в этих сложнейших условиях нам есть что помнить и чем гордиться. Из побед надводных кораблей над вражескими можно упомянуть атаку торпедных катеров ТК-37 и ТК-60 на немецкий миноносец в ночь с 19 на 20 июня 1944 года у острова Нерва на Балтике. Старший лейтенант Хабаров обнаружил вражеское судно. ТОВС, торпеда, залп! Немецкий корабль был потоплен, 76 человек погибло, 6 попало в плен. Мы потерь не имели. Еще раз давайте повторим для закрепления.
Два торпедных катера атакует миноносец, у которого 4 105-миллиметровых орудия и 18 зениток. И побеждает. Это четвертая победа экипажа старшего лейтенанта Хабарова. Слава мужественным катерникам, несущим смерть немецким оккупантам! В ночь с 29 на 30 июля 41 года торпедные катера ТК-134, ТК-144, ТК-174 и ТК-184 выставили на шкерном фарватере на острове Утё 10 противокорабельных мин. Одну из них 13 сентября подцепил противоминным параваном и потащил за собой финский броненосец береговой обороны «Ильмаринен». Он направлялся к острову Дага с целью его обстрела и высадки там десанта. В эскадру, кроме «Ильмаринен» и однотипного с ним «Вяйнемёйнен», входили еще один транспорт и два вооруженных ледокола, 3 сторожевых катера, 5 тральщиков, а также 3 немецких корабля. Операция, получившая название «Норвин», должна была стать крупнейшей в истории финского флота. Однако, поворачивая направо, «Ильмаринен» подтянул к себе мину, и она взорвалась. Броненосец затонул. 271 человек погиб, а операция сорвалась. Больше подобных походов финны в ту войну не устраивали. Заслуживает памяти бой у полуострова Сворбе 27 сентября 41 года. Хотя формально он победой не является. Советские торпедные катера, каждый по 15 тонн с 2 торпедными аппаратами и 2 пулеметами, атаковали немецкую эскадру, поддерживающую огнем свой десант. В немецкую эскадру входили крейсеры «Эмдем» и «Лейпциг», миноносцы Т-7, Т-8 и Т-11 и несколько тральщиков. Мы потеряли ТК-83, но сама атака произвела на немцев такое впечатление, что их корабли отошли. Ледокол «Александр Сибиряков» прославился дважды. В 1932 году он стал первым в мире кораблем, преодолевшим Северный морской путь за одну навигацию. В августе 42-го у острова Белуха Александр Сибиряков вступил в безнадежный бой с немецким тяжелым крейсером «Адмирал Шейер», который получил приказ уничтожить советские полярные метеостанции. Сибиряков, сугубо мирный ледокол, перевозивший грузы для зимовки, не имел ни одного шанса, но все равно принял бой. И перед тем, как быть потопленным, вышел в эфир, чтобы рассекретить местонахождение немецкого рейдера. Из 104 членов команды и пассажиров погиб 81. После этого адмирал Шейер двинулся к острову Диксон. Немцы рассчитывали высадить там десант, уничтожив метеостанцию и штаб, контролировавшие прохождение судов по Северному морскому пути. Учитывая важность маршрута, по которому за годы войны было перевезено свыше 4 миллионов тонн груза, разгром центра управления мог иметь крайне неприятные последствия. Но немецкий рейдер не рискнул высаживать десант. Приближение к Диксону было чревато повреждениями, получить которые за тысячи километров от своих берегов немцы опасались. Шейер ушел. В один из советских портов идет караван с вооружением для Красной Армии. В составе каравана и советские транспорты. Их ведут самые опытные командиры. Без сомнения, подвиг совершил теплоход «Старый большевик» под командованием Ивана Афанасьева. Перевозя в составе конвоя ПКЮ-16 4000 тонн снарядов и взрывчатки, теплоход 25 мая 42-го был атакован у острова Ян Майен немецкими самолетами. Рулевой Борис Оказенок искусно маневрировал, уклоняясь от бомб и торпед. А немногочисленные зенитки за двое суток отразили 46 атак.
Но 27 мая бомба попала в судно, вызвав пожар. Считая положение старого большевика безнадежным, командир британского конвойного эсминца предложил команде оставить судно. Но моряки отказались. За 8 часов им удалось ценой огромных усилий потушить пожар и на следующий день догнать конвой. Британцы смотрели на явление нашего теплохода как на чудо. Все были абсолютно убеждены, что старый большевик погиб. Подводный советский флот был более многочисленным, свыше 240 подлодок. Но у Германии в войне участвовало около 900 подводных лодок. К тому же из наших 240 субмарин более 80 находились на Тихом океане, сдерживая японскую угрозу. Остальные действовали в чрезвычайно трудных условиях. На Балтике немцы быстро захватили Ригу и Таллин, заблокировав с помощью Финляндии наш флот в Финском заливе. На Черном море перевозки противника были ограниченными. На севере они проводились в основном вдоль берегов Норвегии. Неудивительно, что из потопленных нашими подлодками крупных боевых кораблей и транспортов врага треть приходится на последние 7 месяцев войны, с октября 44 по май 45. И происходило это все на Балтике, после разблокирования Финского залива и выхода Финляндии из войны. Только тогда наши подводники смогли подобраться к немецким берегам. В целом же, наши подводники действовали не хуже немецких и всех прочих. Не случайно самые эффективные подлодки обеих сторон имеют здесь примерно равный боевой счет. Одним из героических и в то же время, можно сказать, обычных по тем мифическим временам подводников Советского Союза был капитан Михаил Грешилов. Командир подводной лодки, герой Советского Союза, капитан третьего ранга Грешилов потопил 14 немецких транспортов. На горизонте 15-й. Срочное погружение! В октябре 1941 года Грешилов впервые столкнулся с вражескими кораблями. Три баржи на буксирах. И решил атаковать их артиллерийским огнем. Артрасчет по местам подавать фугасные! Около получаса малютка гнала караван, обстреливая его из своей маленькой пушки и пулемета. В конце концов, румынские буксиры просто обрубили буксировочные концы и ушли в темноту ночи, бросив немецкие баржи на произвол судьбы. Две из них вылетели на берег и развалились. В 1943 году Грешилову передали под командование более крупную подлодку «Щ-215» «Щуку». На новой субмарине он получил приказ ликвидировать транспорт, везущий хромовую руду из Турции. Аппараты тут! И в первом же походе «Щука» обнаружила пароход «Тисби» с рудой, которые охраняли самым строгим образом – два миноносца, четыре катера-охотника, гидросамолет. Но никакие меры не спасли немцев. Аппараты! Пип! Глубина 20 метров! Торпеды вышли! Две торпеды ударили судно в борт. Свыше 1600 тонн хромовой руды пошло на дно. Это был удар по всей танковой промышленности Германии. Из-за уничтожения «Тисби» был сорван выпуск 300 танков «Тигр». По североморской традиции лодка сообщает выстрелами число потопленных ею на походе кораблей. И по традиции подводников ждет парадный обед. Сколько выстрелов, столько поросят. И первый кусочек идет лучшему торпедисту.
Л-4 – подводный минный загородитель под командованием Евгения Полякова. Воевал на Черном море. На его минах погибли два транспорта, минный загородитель, тральщик и самоходная баржа. Десантный корабль и две шхуны уничтожены артиллерией. А один транспорт торпедирован, вернулся в порт и затонул там. Несмотря на противодействие немецких кораблей, авиации и минные заграждения, лодка Полякова доставила 470 тонн боеприпасов, продовольствия и бензина, эвакуировала 243 человека. Наконец, подводная лодка С-13 воевала на Балтике. Глубинные бомбы. В сентябре 1942 года под командованием Петра Маланченко потопило три транспорта общим водоизмещением 3994 тонны. А в 1945 году, 30 января, под командованием Александра Маринеско отправило на дно судно «Вильгельм Густлов» и в том же году, 10 февраля, «Штоенбен». От близких разрывов разошлись швы корпуса. На обоих погибло свыше 3000 военнослужащих, в том числе 390 курсантов-подводников и их преподавателей-офицеров. На Маринеско часто клевещут, что он топил беззащитные гражданские суда с беженцами. На самом деле Вильгельм Густлов числился в составе Кригсмарины как учебная плавбаза, шел под охранением, имел на борту вооруженных и военных, но не имел опознавательного знака «Красный крест». Штоенбен также шел под конвоем и с военными на борту. Да, там были ранены из всех родов войск, но едва ли это что-то меняет. И уж точно Маринеско об этом не знал. Вопреки существующему мифу, своим личным врагом Гитлер Маринеско не объявлял. Но Александр Иванович и без этих баек имеет лучший результат и в приукрашивании не нуждается. Особенно впечатляюще преследование Густлова перед атакой. Из книги Александра Крона «Капитан дальнего плавания». Цитируем. Сразу в центральный пост было передано: «Идем атаковать лайнер». Легли на параллельный курс и понеслись вдогонку. Лодка, конечно, в позиционном положении, над водой только рубка. Разве можно на такой волне идти полным ходом в позиционном положении? Можно, конечно, умеючи. Делается так. Цистерны главного балласта заполняются, а в носовые дается пузырь воздуха, и горизонтальные рули ставятся как на всплытие. Тогда лодка не зарывается. А на случай непроизвольного погружения командир приказал задраить нижний рубочный люк. В таком случае смыло бы только тех, кто на мостике, включая самого командира. Командование принимает старпом, лодка полностью сохраняет плавучесть и боеспособность. Соперничать в ходе с океанским лайнером – дело непростое. Погоня шла уже 2 часа, а нужного опережения все не получалось. И тогда командир принимает решение, быть может, еще более рискованное, чем атака со стороны берега – форсировать двигатели. Полный ход у эсок – 18 узлов. С такой же скоростью шел лайнер. Максимум того, что можно выжать из наших дизелей – 19,3. И то на короткое время. А ведь никто не мог сказать, сколько еще продлится погоня. Вначале мы шли в позиционном, притопленные. Но дизелям от этого не легче. Сопротивление воды больше, волна сбивает лодку с курса. Нагрузка на машины колоссальная. Корпус дрожит, клапана дизелей грохочут. А тут еще акустик жалуется: потише, из-за вас ни черта не слышу. И на время приходилось снижать скорость, чтобы акустик не потерял цель. Предохранительные клапана стреляют оглушительно, в ушах звон. Стали подкладывать все, что было под рукой, отвертки, куски проволоки. Через клапана отсек наполнился дымом. Дым ест глаза, грохот такой, что голова раскалывается. Но главное – тревога, что будет с дизелями. Это все понимали и боялись очень. Не за себя боялись, что сорвется атака. Вот загорит какой-нибудь подшипник, и кончено, цель ушла, все усилия прахом.
В задымленный отсек набилось 8 человек, и все при деле. К каждой опасной точке приставили по наблюдателю. Задача – не спускать с нее глаз и вовремя подкладывать под клапаном амортизатор. Это надо было уметь. На это надо было решиться. Решились и сумели. Своего почтальона моряки боевых кораблей встречают тепло, как родную. Каждый делится с ней своей радостью. Мы привели дюжину примеров, а их в ту войну были сотни. Мы не в силах вспомнить их все. Но еще одно письмо командира катера, старшего лейтенанта Червонного, прочтем. Трудно начать трафаретными словами. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью. Жизнь. Гордо звучит это слово. В нем печаль и радость, страдания и блаженство. Я не хочу быть бахвалом, говоря, что жизнь мне безразлична, нет. Она оценена очень высоко, и терять ее весьма тяжело. Играть жизнью недостойно человека. Это не значит, что надо бояться опасности. Много возможностей представлялось быть на берегу. Но я, как и многие мои товарищи, выбирал море, где больше опасности и риска. Зато можно найти полное применение себе и принести максимум пользы. Проще – это было желание отдать все, что имеешь. Есть жизнь, заключающаяся в ежедневном прозябании на положении безгласной скотины. Есть свободная и счастливая, с прекрасными перспективами. Добиться последней являются целью и задачей каждого из нас. На наше поколение возложена большая и благородная задача – ценой своей крови и жизни приобрести право на счастье. Всякий раз, человек, когда тебе кажется, что счастьем тебя наделили не в полной мере, просто вспомни о тех, кто спокойно и бесстрашно умер за тебя.